Донат Бисет. Игра в прятки. Однажды тьма задумала играть в прятки с луной. Она пряталась то за домами, то за дымовыми трубами и сидела там, притаившись, пока луна потихоньку не подкрадывалась к ней. А иногда тьма металась туда-сюда, прежде чем спрятаться за кошку или собаку, перебегавшую через дорогу. В общем, она очень ловко пряталась от луны. Но вот зашло солнце, и все переменилось. «Ну теперь погоди», — сказала луна. «Посмотрим, куда ты от солнца спрячешься. За ребятами, когда они пойдут в школу», — ответила тьма. «Я стану их тенью». «Это, конечно, ты ловко придумала», — сказала луна. «Но когда дети войдут в школу, тогда куда ты денешься?» «Мой совет тебе, голубушка, лучше уж спрячься на другой стороне земли, не то солнце непременно доберется до тебя». «Не доберется», — ответила тьма. «Вот подожди, сама увидишь». Но когда солнце поднялось выше, тьма все-таки ушла на другую сторону земли. И там настала ночь, а здесь, чтобы поиграть с солнцем, остались только маленькие темные пятнышки. Им было очень весело. Они бегали тенью за людьми, даже за коровами. А некоторые стали тенью птиц и летали за ними через лужайки. Но в конце концов солнце все-таки отыскивало их. И вот уже осталось одно единственное темное пятнышко. «Я тебя поймаю», — сказала солнце. «Куда бы ты ни спряталась!» «А вот и нет», — сказала темное пятнышко. «Я знаю такое место, где ты меня никогда не найдешь. Закрой глаза и считай до 10, а я спрячусь». Солнце ушло за тучу и считало до 10, а потом выглянуло опять. Наверное, оно спряталось за кого-нибудь и притворилось тенью. Подумала солнце. Но солнце высветило все уголки и закоулки, а тьмы так и не нашло. И один день светило, и другой день светило. Все искало тьму, но так и не нашло. Да и не могло найти, потому что тьма очень удачно спряталась. В чулане под лестницей. «Как здесь уютно», — подумала тьма. «Останусь-ка я здесь навсегда». Так она и сделала. Вот почему в чулане под лестницей всегда темным-темно.